Традиционно в преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводят большое количество мероприятий для разных категорий ребят. Однако всегда в приоритете малыши, находящиеся в социально опасном положении. В 2017-м совместно с представителями Московской районной организации БРСМ спасатели заглянули в дома к тем, кто ждет внимания и поддержки. Мы участвуем в республиканской акции «Чудеса на Рождество». Но это не только акция в целом всей республики, которые проводят различные министерства и ведомства, но в том числе и мы, это приурочено к республиканской акции «Безопасный Новый год», которую проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям. Конечно, работники МЧС не останутся в стороне по безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. И вот сегодняшняя акция – это не только подарки детям, поздравления детей с наступающим Новым годом и Рождеством, но и напоминания о требованиях пожарной безопасности, о требованиях безопасности в быту. Сегодня в списке 5 адресов, и в каждом доме их очень ждут. Малышам спасатели и лидеры Московской районной организации БРСМ приготовили сладкие подарки, игрушки, одежду и канцелярские принадлежности. На самом деле таких детей очень много. Но в преддверии новогодних праздников им хочется уделить как можно больше внимания, потому что, ну, дети находятся в такой ситуации, а в преддверии Нового года, Рождества, когда все дети, которые воспитываются в обычных семьях, они окружены заботой и теплом, то этим хочется дать немного больше. Новый год – это в первую очередь семейный праздник, когда вместе собираются близкие люди и друзья. Те, кто за свое доброе дело не ждет благодарности, а ждет искренней детской улыбки. И подобные акции – хороший повод сказать этим ребятам, что о них помнят и не оставят одних.